Двойной удар, открыто достижение. Это что такое? Победить обоих стражей по дороге в Белую Рощу. Всем привет, друзья! Продолжаем проходить Half-Life 2, эпизод 2. Это тот самый Вартигонт, это снова Гордон Фриман. И поехали дальше вглубь пещеры. Вторая глава у нас с вами не закончилась. Вот, поэтому полетели. Так, что у нас тут есть? В принципе, ничего. Ага. Поступок, Фримен. Может, меня все, когда окажешься в нем зале. Бляха-муха. Чё-то... Не убивай стража, иначе погубишь их страх. Не убивать стража? Да это жестко. Я даже его не видел еще. А, может это та хрень, что... Хотя нет, это же связано с муравьиными львами, да, хрень? Вот этот страж-то. Ладно, полетели. Честно говоря, эпизод очень долгий. Я посмотрел, как я медленно прохожу эту игру. Я прохожу ее очень медленно. То есть вот две части я уже отснял, да? А по полному проходнику, если смотреть на канале этого Балоксида. Вот. Это знаете сколько примерно? Это где-то минут 40 из двух с небольшим часов я прошел. Ёбаный свет. Так, я сейчас упаду, я так понимаю, в саму эту. А, не, нормально. Я думал, уже типа начинается. Ага, начинается, блин. Так, там вроде все. Погнали далее. Мне очень страшно за людей, которые эту ачивку выполнили, потому что... Не знаю, сколько у них попыток могло на это уйти. Ну, я имею в виду все личинки вот эти раздавить. Ладно, неважно, короче, не буду патрон тратить. Хотя это пистолет, нафиг он нужен. Так, ладно, куда мне? Мне вот сюда. Пропустите. Пропустите. Ага, это только кажется, что это веревка. На самом деле это барнакл. Отлично. Значит, что барнакл, идите в жопу. 222 из 333. Угу. Так, ладно, давай вот так сделаем. Нет, нет, нельзя тратить хорошее оружие. Лучше потратим то, что не жалко, по крайней мере, да? Не забудьте, кстати, сегодня посмотреть анонс стрима на мой день рождения. Потому что... Ну, вы там узнаете, в принципе, всю информацию. Почему, что да как, бла-бла-бла. Я просто вам напоминаю, чтобы вы посмотрели. Там, я думаю, видеоролик будет не такой уж длинный, поэтому много времени он у вас не отнимет. Так, ладно. Что-то я с этими личинками уже тут заколебался. И, честно говоря, что-то я опять заплутал. Я не знаю, почему я... Я опять, короче, заплутал. А, все понял. Капец тут вообще структура, да? Пещеры. Это что сейчас было? А, это... Ядовый урод. Фиг с ним. Я хочу уже стража увидеть, дайте мне его. А может, не хочу я его видеть на самом деле. Знаете, немного спорно. То есть, хочу я его увидеть или нет, но у меня есть магнум, так что ему конец. Пипец. Жесть, да? Вся голова кишит личинками. Лучше бы тут личинок было гораздо больше, но... Нужно было уничтожить их определенное количество для ачивки. Так. О, боже мой. Ебать. А-а-а! Так это хрень стражем называется. Ёлки-палки. А, так я ее видел. Много раз видел. Видел.
Эй, пидор, я давлю твои личинки. Тебе как, норм вообще, да? Нет, ну Вартигон же сказал, не убивай стража, иначе экстракт пропадет. Ну, я слушаю его. Не думаю, что может миссия была про... А, наверное, его и нельзя убить, кстати. Мне кажется, его... Сейчас, секунду, у меня провод тут теребит. Грудь, блин. Вот. А, о чем я говорил? Бляха, муха, едят меня! Видите, он не может вот в эти пещерки зайти. Урод ссаный. Ага. Так, мне, если честно, твои личинки вот эти топтать надоело. А, понял. Он просто исчез, понимаете? Он просто исчез. А, погоди, а если я вернусь? А, угу. Вернулся, проверяйте. Да отвали ты уже от меня. Хреново ты защищаешь, братишка, свои личинки-то. Хреново, брат. Очень хреново. Ага. Круто. Что с ним делать будем? Он опять сюда идет. Ты урод, тупой. Что ты делаешь? Пацан. Нихуахуа. А ты не слишком ли силен, брат? Ну, мне же его нельзя убивать, правильно? А, он эти. Блять, как ты задрал меня. Состояние критическое. Пипец. Страж жесткий, чувак. Но я слушаюсь Вартигонта. Он если сказал, что не надо его убивать, я не буду. Да не то, чтобы я его даже хотел убивать на самом деле. Задрал. Я это уже делаю. Я уже это делаю не в плане ачивки. Бляха-муха. Вали. Я уже это делаю не в плане какой-то ачивки, да? Отвали. Я уже это делаю в плане того, чтобы позлить этого урода. Позлить. Тупо давлю его. Задрал. Правда задрал. Он меня убить, кстати, не может, алё. Или может. 20 хп. Чё-то токсины. А, может. Значит, может. Может, может убить, может. Вроде все, да? Вроде бы я ничего не пропустил. Да отвали ты от меня, кусок говна. Я проверяю, пропустил я что-то или нет. Господи, боже мой. Отвали от меня, урод. Ладно, неважно, короче. Ага. Иди сосать. Блин, может убить его? Ну, нет, так нет. Ладно, надеюсь, я сделал все правильно. Да я говорю, там, наверное, по канону не получится этого стража убить. Просто по канону не получится. Не получится и все. Да, жестко. Ладно, грави-пушка похожу. Зачем, в принципе, тратить патроны, правда? Если есть грави-пушка. Так. Личинки. И вон. Ну да. Я точно ачивку уже не выполню. Но это очевидно. Кто там жрет меня? Серьезно? Хедкрабы? Ладно. Ёб твою мать. А там что-то есть? А, да, есть.
Как хорошо, что можно приближать в этой игре. Так, ладно. Посмотрим, что еще здесь есть. Вообще, вот из-за этой ачивки, которую я не выполню, каждый угол осматриваю. Пошел вон. Я тебе сказал, пошел вон. Угу. И что мне с этим делать? Короче, ладно, есть там кто, нет там кого, неважно уже. И остались сверху, получается, последние. Вот-вот. Вот. Вроде все. Все. Ладно. Думаю, в этой зоне я всех этих личинок побил. Можно идти дальше. А вот тут... Нет, не всех. Ты еще где-то личинка брякнула. Брякнула. Ладно, хер с ней на самом деле. Так. Давай. Да. Лифт поможет нам воссоединиться. Да, лифт поможет нам воссоединиться, братан, конечно. Чувак, я сделал, как ты велел. Я не убивал стража. Если что. А, тьфу, блин, вот эта личинка. Я ее пропустил. Я думаю, это, кстати, уже финал второй главы. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Какого хрена? Я думал, он все это время спускался сюда. Я что-то не понял. И что? Ну и что? Я что-то не понимаю, да? Какого... Не, скажите мне, какого хрена происходит? Почему она не хочет? А... Что? Я понял. Вот что надо было сделать, смотрите, вот здесь целая деталька валялась все это время. А я ее не видел. На, скотина. Как ты вообще здесь оказался, я не понимаю. Его языка же вроде не было даже. Ну, бывает, ладно, я нашел хотя бы. Все. А, и получается вот так. Давай, спускайся. Давай. Подожди немного, Фримен. Фримен. Как скажешь, братан. Я тебя жду. Фримен великолепно справился с заданием. Еще бы. Зрелый, совершенный аромат зовет. Иди за мной, Фримен. Я приведу нас к его источнику. И сделал самую сложную часть работы. Открыть нам путь в это. Поистине, жизнь Алекс Венс в надежных руках. Ну да. Да, конечно. Надежных. Ну давай, удивляем. Вау, это похоже на Crysis 1, там была миссия, такая ядро называется. Core. Какой объем экстракта. Какой крепкий аромат. Ты, Ланга Чаладжер, Гангонглер.
великолепно. Вот и наша добыча. Одну минуту. Железистая жидкость прекрасного. Вернемся, Алекс Дэнс. Хорошо. А как? На лифте? Окей. Ну, даже муравьиных львов вроде не было. Тогда да, тогда вернемся, братан. Я так понимаю, воевать он уже не может, да? Потому что экстракт этот держит. Поистине ты проявился до героя, Фримен. Тебе есть черты, которые мы полагали присущи только вартигонтам. Львиноводство было древнейшим из наших занятий. Оно обеспечивало нас многими важными вещами, но превыше всего ценился этот экстракт. Он способен растворить ложные зависти, разделяющие. Все это ты увидишь воочию, когда... Когда чего? Все это ты увидишь, когда... Это, кстати, все еще... Сердце остановило. Она угасла. Потеряв ее, мы... Стоп. Это глава... Это все еще вторая глава идет? Серьезно? Потеряем все. Смотрите, экстракт, чудотворный секрет. Скорее, слейся с нами, когда мы выпьем экстракт. Нужен человек. Согласен? Иди к нам, Фримен. Давай. Мы сплетем нить Фримена с ее нитью. Да. Идет очищение. Связь между вами похожа на связь вартигонтов. Доктор Фримен. Джимен. Я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы, Тед. Но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам. Были времена, когда мисс Венс для них ничего, а человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку... Я не привык, чтобы мои усилия пропадали, и я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Она шевельнулась. Фортформа приобрела целостность. Мы предотвратили неизмеримую потерю. Боже мой! Не шевелись. О, боже мой! Я думала...
Я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою Ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Сколько? Сколько я была без сознания? Несколько часов. Часов? Ох, нам надо спешить. Еще немного. Но надо вернуться в Белую Рощу. От этого зависит все. Не бойся, мы покажем вам путь. А теперь... Осторожно попытайся подняться. Ого! Не знаю, что вы сделали. Но кажется, мне сильно повезло, что я осталась жива. Идем. Я покажу дорогу в Белую Рощу. Давай, Гордон, становись рядом. Мы продолжим охоту со советниками. Прощайте. Безопасной дороги. Доброго пути. Удачи вам! Давай, Фримен! Сохраняй адекватность! А это что, черт возьми, значит? А, понятия не имею. Что-то в стиле вортигонтов. Да, это было круто. Появление Джимена. Думаю, я уже могу идти сама. Дай попробую. Ну-ка. Немного покалывает, но... В целом ничего, порядок. Да, видны раны-то на спине. Ну ладно, погнали. Ах ты урод. Ой-ой. Ого, это был страж. Да. Кто-то здорово его рассердил. Страж в ярости из-за того, что мы забрали экстракт. Если он попытается мешать нашему продукту. Мостостроитель Фримен, глава 3. Там эти охотники комбайнов, да? Или это страйдеры? Страйдеры, наверное. Произвести контролированные... Да, и у них с собой Шула Тои. Советники все еще находятся в инкубационных... Они собирают и объединяют разрозненные отряды комбайнов. Они явно спешат. Великая цель ведет их на север. На север? Там Белая Роща. Мы должны их опередить. Неподалеку отсюда есть люди, располагающие средства. Они поймут нашу нужду и помогут. Чего же мы ждем? А, все, теперь все от меня зависит. Окей, поехали. Так, только вот, секунду. Мне бы это... Ага. Давайте искать чувачков. О, нет, только не вы. Fuck you. А можно эту хрень выключить как-то, да? Не, походу... Либо я не помню, либо... Нельзя. Неважно. Бляха, страж появился. Ща будет жестко. Честно говоря, он мне очень сильно мешает. Бля, их двое. Только один покруче. По-моему, я все патроны сейчас просто просрал, не? Ты
Ну давайте, идите сюда. Так как мне их уничтожить-то? Да это жестко, ребята. Ну. Там первый умирает уже. Что такое? Убил. Долбоёб, ёбаный, блядь, страж, или это не страж? Ну твою мать, ну я только их победил. Ладно, ща я вырежу эту битву глупую. Двойной удар, открыто достижение. Это что такое? Победить обоих стражей по дороге в Белую Рощу. Еее. 20 хп. Как вам такое, Илон Маск? Ха. Отлично, Гордон. Прости, что я почти не помогала. У меня все еще подгибаются ноги. Все нормально. Ну. Так, нужен Вортигон. Давай, братан. Хорошо, Фримен. Фримен, как справно ты с ними справился. Идемте. То, что мы ищем, находится в лагере над нашими головами. Лифт отвезет нас прямо к средству передвижения. Осторожнее, тебе здорово похомсало. Окей. Я прошу прощения. Да что ж такое? Так, и что делать? Я, наверное, что-то должен уничтожить тут, да? А, понял. Все. Все, да? Да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет. Наверное, да. Ой. Обнаружен незначительный перелом. Незначительный перелом? Внимание, состояние критическое. Да мне плохо очень. А, ну да. Упс. Клево, да, брат? Спасибо, Гордон. А, мы, может, поедем, нет? Эй. А, ну да. Я думал, опять надо рычаг. Почему нас до сих пор не заметила охрана? Думаешь, до них добрались комбайны? Эта теория имеет право на существование. Интересно, а мостостроитель это... Ну ладно. Я потом... Ой, я говорил там, мостостроитель это в прямом или в переносном значении в этой миссии? Я опять чихнул, на этот раз я успел паузу нажать. О, Брэн, спасибо. Автомат этих комбайнов. Клёво. Так. Я так понимаю, я снова ничего сделать не могу, поэтому мне нужны вы. Вы чё, пролезть не можете? Так понимаю, Вортигон-то нагибаться не могут, да? Ну, Алекс-то понятно. А, может, всё. Боже мой,
А, вот и мост, кстати. Здесь действительно побывали комбайны. Но и сами попали в западню. Эй, смотрите! Там, на мосту! Это та машина, о которой ты говорил. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Рекомендуем поручить это задание Фримену. Эй, мне уже гораздо лучше. Улучшение сойдет на нет, если ты окажешься среди токсичных отходов. Лучше мы останемся наверху и прикроем Фримена, который отправится навстречу опасностям каньона. Вот это приспособление оправдает наше присутствие наверху. Полагаю, ему нужен заряд. Ступай, Фримен. Я присмотрю за Алекс Венс. Что ж, Гордон, придется тебе идти одному. Давай я сниму поле. Ладно, я пошел. Будь осторожен. Так. Опять слышу этих уродов. Так. Стоп. Давай уже. Угу. Круто. Вы слышите это? Там какая-то хрень внизу. Да какой-то глад валакас там, походу. Я не знаю, что это такое. Не хочу знать на самом деле. О, господи. А, понятно. Охуенная тактика, братан. Обалденная тактика, братан. Просто обалденная тактика, чувак. У меня магнум есть? Отлично. Круто! Офигенная была тактика, братан. У этих зомбоидов, кстати, реально классная тактика. Крабы оставляют одно хп, а они тупо добивают. Так. Угу. А что насчет поехать, не? Ну ладно. Я просто уже бью коробки, что-то ищу. Даже уже не знаю, что ищу. Ой, здорово. Эй, мы зарядили его. Круто. Только промахнулись. Так, окей. Барнаклы. Они мои патроны утаскивают. Вернее. Понятно. Походу, я их тоже просрал. Ладно. О, пусть жрут. Сейчас будет истребление барнаклов. Массовая блевотина.
Ладно, не массовая. Неважно. Бляха. На самом деле патроны лучше поэкономить. Ага. Ой, здорово. Пускай подорвется нахрен. Спасибо. Нет. Самая тупая смерть. Окей, здесь был всего лишь тайник. Ладно, тогда пошли замок сбивай сразу. О, давай, стреляйте, да, помогайте мне. Еще. Круто. Спасибо. А я пойду дальше путь искать. Так. А вы умные. Вот здесь искусственный интеллект. Хорошо сделан. Дружественный. Стреляй! Еще. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Еще, еще, стреляй, стреляйте. Обнаружены легкие ранения. Положение молодцы. Критическое. Пациент при смерти. Чего при смерти? Требуется медпомощь. Со мной все нормально, алло. Ладно. Ладно. Окей, на самом деле патрон тратить не особо хочется. Господи. Это такой бред на самом деле. О, нормально, нормально. Давай, братан, убей их всех. Хорош. Правда, меня тоже покоцало, ну ладно. Я переживу. Ух ты, сука. Тебе что, гранатой вообще ничего не снесло, урод? Ёб твою мать. Да какого хрена опять я пострадавший в итоге? Ладно. Ага. Пока гранату не кинул, урод. Ладно, я там до моста сегодня доберусь или нет вообще? Вообще, по идее, должен, но что-то мне подсказывает. Вряд ли я это сделаю. Дайте-ка я лучше вот это вытащу, ладно? Мне страшно вот подниматься. Так. What's next? А, понял. А, у меня граната же есть, точно. Что такое, а? Бляха-муха! А, у него одно хп было, серьезно. Ладно, неважно. Чё, братан, не получается, да? Вот и у меня не получается. Сейчас посмотрим, что тут надо сделать. Так. Задрал.
Да они вот прыгают тут. Ага. Кайфа. Троны для Магнума дали, реально? Я уже думал, я их никогда не увижу. Если честно. Угу. Это, конечно, захватывающе все, да, но мне бы наверх хотелось уже, честно говоря. Ага, а вот тут нужен был бы вортигонт, я думаю. Ну, неважно. Так, сколько времени, давайте посмотрим. О, что-то я... Что-то серия, по-моему, затянулась немного. Минут так на 40. Блин, ладно, давай. Шел вон. Пусти, братан. Блюй. Я так понимаю, сюда. Если других вариантов нет. Оп. Иди нахрен. Думали, я испугаюсь. Так, погоди, надо вот это сделать. Оп. Спасибо. А вот теперь проблема маленькая такая, незначительная. Ха, как мне до тут добраться-то? Вообще, вон ящик есть. Погодите секундочку. Сюда, может быть? А потом? А потом непонятно как. Сюда. Погрузчик. Погоди-ка. Как высоко он поднимется? Ага, надо было это сначала сделать, но я понял. А, тьфу, блин, говорю, сначала. Опусти. Наоборот, надо сейчас было встать на него. Я думал, теперь нужно было опять вернуться, бла-бла-бла, и все такое. Все. Ладненько. Я так понимаю, тут надо было какой-то ящик, да, поставить, но я просто взял и перепрыгнул. Окей. Так. Наверное, это был просто шанс для меня один на миллион, и я с ним справился вполне. Такс. Угу. Господи, я уж испугался. Я думал, это хэдкраб какой-то. Летающий. От этого эпизода уже можно ожидать все, что хочешь. А зачем я эту хрень уничтожил только что? Не, можно, конечно, и без них обойтись, как я понимаю, да? Бляха. Превосходно, он уничтожил мои палетки. Прикрываю, Гордон. Ладно, значит, они мне не так уж сильно были нужны. Хрену, прикрываете. Да, они мне не особо нужны были. Я понял. Да что такое? Пытается получить урон на ровном месте, блин. Кто бы мог подумать, что тут будут патроны для этого гранатомета на автомате. Написать пулемет, точнее. А, не, он автоматом считается, ладно. Я уже рядом? Да ладно. Да быть такого не может. Типа, я наконец-то дошел до цели? Я понял. Thank you.
Идите нахрен. Внимание, в крови обнаружено состояние опасности. Состояние критическое. Все. Осталось тут буквально немножко допрыгать. Я помню, есть такая ачивка в оригинальном Half-Life, там нужно было пропрыгать одну зону с муравьиными львами. И если ты касаешься пола... Ой-ой. Вот, если ты касаешься пола, то они начинают агриться. И там нужно было, ну, типа, ход лава. Пропрыгать по той зоне надо было, не сагрив муравьиных львов вообще ни разу. Внимание. Собака... Радиации. Да хер с ним. Блин. Ау. Не страшно. Все. Какая уродская зона, кстати, это была. Я понял. Я и так его почти убил, на самом деле. Тупо отдыхайте, ну и отдыхайте. Ладно, гоу за машиной. Погоди. А я отсюда смогу добраться до нее? Значит, там секретик какой-то есть, раз тут лестница. Да-да-да-да-да. Погоди. Во. ХПшки, отлично. Ну все, друзья, берем машину и, наверное, на этом серию закончим тогда. Если я ее еще возьму сейчас. Ой-ой. Понятно. А что мне с этой машиной теперь делать? Прошу прощения. Ладно, друзья, продолжим тогда с вами в следующей части прохождения Half-Life 2 эпизод 2. С вами был Спектр, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, если вы тут в первый раз. Всем пока.